Здесь деревья. Я специально нарисовал снимок. Ну, впереди весна, пусть ненавязчивая реклама. Здесь внутри прекрасные деревья. Они еще обрезаны, они еще 1,5-2 раза больше. Капитально обрезаны, ради того обрезаны, но только верхушки. Никаких искусственных штабов, ничего. Я вам показывал. Дело в том, что часть людей возьмет и сделает то же самое. Потому что учат. Я дальше покажу, что они творят. Вот. Я научу 1000, а они 1 000 000. Я еще 1000, а они противовес 1 000 000. Никогда садов не будет. Вот. Вот это вот, в этом году у нас снега много, почти по колено. Вот это значит, тут написано, саженцы мировых стандартов. Это правда все. Это единственный питомник на всю Сибирь, где саженцы мировых стандартов зимуют на морозе. Вот, и так далее, и так далее. И какие морозы вы видели, таблицы были. Теперь, Алексей Сергеевич С. прислал 1000 рублей. Кто вы? И спасибо. И не выслать вам за эту 1000 семян. Я тоже не это. Соревнуюсь только в благородстве, больше ничем. Если я с кем-то соревнуюсь, только в благородстве. Кто вы? Вот.